увидела трамвай и влюбилась в него. Потому что я не местная, приехала, то увидела и влюбилась, и все. И у меня с того момента все, трамвайная жизнь началась. Трамвайная жизнь продолжается уже 6 лет и неразрывно связана с жизнью личной. Муж Фаили Хильковой тоже работает в самарском ТТУ. Любовь к трамваям заразна, смеется девушка. Она настолько любит свою работу, что пассажиры это чувствуют даже через стекло кабины. У меня свои пассажиры, очень приятно с ними общаться, они все узнают. Было очень удивительно, в этом году они мне и на 8 марта подарки сделали. Ну, считают как свою. Угу. Очень много возмущений, когда, ну, допустим, выходной день или переносишь, там смена нужна тебе, тебя нету, вот они вот потом на следующий день долго и упорно возмущаются. Почему не ты, почему другой, вот они везут не так, как ты. 19-й маршрут, на котором работает Фаиля Хилькова, она считает лучшим в городе. Именно из-за людей, с которыми каждый день встречается в трамвае. Да и знакомые до сантиметра рельсы позволяют чувствовать себя, как рыба в воде. Хотя вспоминает, первый выход в рейс был, как в анекдоте. Наставница мне говорит, ты, говорит, смотри, говорит, аккуратненько езди первый день, как бы это все хорошо, чтобы было. Я говорю, хорошо. Я села в кабину, стартанула и наехала не на ту стрелку. Зарулила обратно в депо, вот они меня вот назад сдавали, она долго смеялась надо мной потом. Сейчас коллегам не до насмешек. Фаиля – пример для подражания и гордость всего трамвайно-троллейбусного управления. Любовь к делу и высокий профессионализм позволили девушке стать участницей всероссийского конкурса водителей трамваев и войти в пятерку лучших. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.